50 обновленных многоэтажек, капитальный ремонт 2014 завершен. Последние два дома рабочие сдали в селе Кузьминские Отвершки. В двухэтажках утеплили фасад, отремонтировали крышу и сети электроснабжения. На эти работы было потрачено более 2 миллионов рублей. Всего в прошлом году планировали отремонтировать 128 домов, но по 60 из них торги не состоялись по вине подрядчиков. Эти многоэтажки обновят в течение ближайших 2 лет. А так довольно, крышу покрыли, тепло. Тут тепло, у двора видно, свет в коридоре сделали, так что нормально. В этом году в регионе отремонтируют 90 многоэтажек. К работам приступят с 15 июня. На эти цели выделят почти 40 миллионов рублей в виде господдержки из федерального бюджета и 27 миллионов из регионального. На ремонт направят накопленные средства от отчислений горожан за капремонт. Кстати, к неплательщикам будут применяться штрафы. Ожидалось, что пени начислят уже в апреле. Но в фонде собственников жилья дали отсрочку. Мы решили пока собственникам, физическим лицам, да, дать возможность все-таки еще начать платить без всяких штрафов, а вот юридические лица, которые не платят, такие злостные должники, то есть прям с 1 сентября, которые не платят, в их как бы адрес уже и ведутся исковые заявления, судебные дела и так далее. Не коснется пени только юридических лиц, владельцев магазинов и кафе, находящихся на первом этаже жилых домов.